Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как вести себя маме, когда ее сын 16 лет разговаривает с ней матом, дома почти не ночует, школу не закончил, оставили на второй год, на просьбе идти домой посылает подальше, открыто говорит, что ненавидит и чтобы больше не звонила. Плюнуть и ждать. Ну, во-первых, в этой ситуации я бы сказал, что не совсем понятно, кто вы. То есть, если вы, собственно, есть мама, это одно, а если вы не мама, а если вы, соответственно, какой-то другой человек, то, соответственно, решение, ну, соответственно, рекомендации вам могут быть даны немножко другие. Вот. Поэтому я бы как-то вот все-таки, наверное, больше в первую очередь ну, поисследовал бы вот этот аспект, да? Я бы больше поисследовал бы этот момент, как бы вы-то кто? Ну, вот, ну, в этой ситуации вы кто? Потому что, ну, одно дело, да? Родственник. Другое дело, человек странный. Например. Одно дело мама и как бы другое дело ну вот скажем так, какой-то иной родственник. Дальше. Что нужно сказать? У вас подросток, по крайней мере, то, что вот вы описываете, да, очень как бы похоже на то, что он активный такой вот подростковый возраст сейчас проходит ребенок. И в общем и целом это нормально, что он изо всех сил сейчас отстаивает как-то вот свои границы, свои личные границы, вот, себя, свою личность и так далее. И судя по тому, что вы описываете, он сталкивается с гиперопекой. Вот, судя по тому, что я могу вот видеть. Он сталкивается с гиперопекой с вашей стороны, предположим, что вы мама. Вот. А вы делаете из него, ну, по большому счету, такой вот, получается, центр вселенной, потому что вы, как бы вот, что называется, да, чувствуете себя мамой и только мамой. Да, то есть, но вы, как бы вам этого не хотелось, да, вы не только мама. Вы в первую очередь женщина, вот, в первую очередь вы личность, в первую очередь вы человек, только уже потом вы мама. Вот, а вы себя как бы вот не чувствуете таковой, вы чувствуете себя именно что мамы. В первую очередь. Это вот на самом деле довольно
как мне кажется, серьезная проблема. И по факту, ваш ребенок относится к вам так, как вы себя преподносите, а преподносите вы себя к нему, ему именно как, ну, как мать. Понимаете? Какая штука. Ну, вот. Но вы не только мать. Вы не можете быть только матерью, вы женщина. А даете ли вы ему почувствовать, что вы женщина? Даете ли вы ему как бы заметить, что вы женщина еще? Даете ли вы ему возможность почувствовать, что вы человек? Ну, понимаете, какая штука? Судя по всему, нет. Судя по всему, ничего такого не происходит. И это может быть достаточно серьезной проблемой. Вот. То есть достаточно серьезной проблемой может быть то, живете ли вы своей жизнью или нет, если у вас своя жизнь или нет, если у вас что-то помимо ребенка или нет. Вот. Коль вы, например, говорите, что готовы его ждать, коль вы говорите, что ну, хотите его ждать и так далее, ну, это вот больше как раз к вопросу о том, как бы что я буду делать, если у моего сына там как бы вот ну, рядом со мной не будет. Вот. Понимаете, какой момент? И получается, что вы делаете своего сына, да, центром вселенной, вот, центром своей жизни, вот, а сын подсознательно от этого пытается как-то отстраниться, сын пытается от этого отдалиться, сын пытается как-то защититься. Вот, и, в общем и целом, по факту, уходит в, вот, в агрессию какую-то, да? А, ну, по большому счету, получается. Вот с этим, в принципе, мы и сталкиваемся в этой конкретной ситуации, вот. Поэтому я бы сказал, что начинать нужно с выстраивания личных границ между вами и сыном. Чем четче вы будете для себя понимать, где вы, где ваш сын, вот, чем четче вы будете для себя понимать разницу между, ну, вот, разницу между собой и вашим как бы сыном, вот, тем в общем и целом будет
лучше. Вот. А сейчас просто вы этого не ощущаете. Вот. Сейчас единственное, что у вас как бы есть, это вот ребенок. Вот. Ну, другой стороной, вот, ну, другой стороной ситуации является то, что дети не что иное, как отражение наших вот желаний. И то, как ведет себя ребенок, в какой-то степени говорит о том, что вам, например, может быть, хотелось бы поступить, если не, ну, если не конкретно, вот, так же, да, если не конкретно, вот, в таком, ну, контексте, то вот как-то вот вам поступить все-таки, ну, как-то хотелось бы. Вот. И на мой взгляд, вашей задачей является, опять же, понять для себя, чего вы хотите. Понять для себя свои, ну вот, грубо говоря, потребности, да? Вот. И, соответственно, уже в этом контексте как-то вот свою модель поведения подкорректировать, чтобы более корректно, например, об этом, допустим, ну, говорить, да, чтобы более корректно это выражать. Вот. Следующий аспект – это мужская фигура в жизни ребенка, в жизни, что особенно важно, вашего сына. Если нет отца, то как бы нужна любая другая фигура. А вам, если у ребенка нет отца, необходимо понимание, как можно более лучшее и качественное понимание того, как вот случилось так, что, извините, у ребенка нет отца, да, то есть как и действия, например, ваши привели к этому. Это необходимо. Вот. Потому что без данного понимания, без, ну, как бы вот, ну, без ощущения этого, вот, я бы сказал, что невозможно будет вам помочь. К сожалению. Вот. Так, по крайней мере, обстоят дела. Как бы сейчас точка зрения психологии, психотерапии. Вот. Соответственно, ваше состояние понятно, но необходимо увидеть свой вклад в эту историю, необходимо увидеть свой вот, вклад в то, что вы делаете, вот, и дальше уже
как-то вот более осознанно, что называется, да, и более корректно, ну, двигаться по жизни, вот. И продвигать в первую очередь не там, условно говоря, интересы, да, своего сына, который, ну, допустим, может уже, в принципе, сам о себе позаботиться, да, и так далее, а продвигать свои интересы, правила, которые есть у вас дома, с максимально четким, допустим, становлением в известность вашего сына относительно того, что будет, если он не будет эти самые правила соблюдать. Вот. А у сына есть, ну, вполне себе такое вот привычное, достаточно ощущение какой-то вот вседозволенности, что ли, ощущение безнаказанности, что ли. Ну вот. И в такой ситуации, ну, а как в такой ситуации по-другому вести себя сын? Вот, вы знаете, дети, они очень часто нуждаются в границах. То есть дети, особенно подростки, очень часто нуждаются в, ну, в ограничениях. Вот. И если родители эти ограничения им не дают, если родители не показывают, не демонстрируют им как бы границы, то есть, условно говоря, что можно, да, а как бы что нельзя, вот, то дети, можно сказать, что вот провоцируют родителя вот таким поведением. Ну, вот, надеюсь, ну, хоть так что-то для себя понять. Естественно, что ваш ребенок никогда не признается в этом. Вот, это можно, да, в принципе, ну, можно как бы только догадываться, что вот это как бы так вот происходит. Вот. Но, как правило, это работает именно по такой схеме, и ничего сверх кардинального, сверхординарного в этом, ну, в принципе, ну, как бы нет, и в общем и целом быть не может. Вот. Поэтому вам в любом случае нужна помощь для, ну, скажем так, для лучшего понимания, да, для лучшего, ну, осознавания, что ли, себя, вот. И, соответственно, уже тогда, я думаю, что вам можно будет вполне спокойно оказывать помощь. Вот. Сейчас это вы ограничиваетесь только поиском, ну, поиском советов. Вот. То есть сейчас вы хотите совет. Вот. Ну, на мой взгляд, как бы совет вам, ну, вообще ничего не даст. Вот, потому что, извините, как бы
даже если совет помочь вам, ну, как бы решить вот, какую-то проблему, то это совершенно не значит, что вы, там, грубо говоря, со следующей, вот, как бы, ну, со следующими трудностями сможете справиться самостоятельно. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы были нацелены именно на системное решение проблемы, а не на сиюминутное. Вот. То, что вы описываете, то, что вы говорите, да, ну, условно говоря, формировалось не один год, понимаете, не один год, и, вероятно, не 2 года даже формировалось, понимаете, такая штука. Вот, и это уже система сложившаяся. И вы, и ваш ребенок оба получаете какую-то выгоду из этого. Ну, например, ваш сын получает таким образом возможность, там, допустим, обвинять вас. А вы получаете возможность опустить руки и говорить, что, ну, как бы, а что я могу сделать, как бы, он меня не слушает, там, и так далее, что я вообще могу, вот. Понимаете, да, и получается, по большому счету, замкнутый круг. Поэтому нам очень важно из этого замкнутого круга вас вывести, вот, нам очень важно, чтобы вы в этом кругу не находились, нам очень важно, чтобы вы, ну, как бы, да, чтобы вы обрели, скажем так, обрели свою самостоятельность, вот, а для этого необходима работа, для этого необходима психотерапия, вот. Психотерапия, а именно вот какой-то, ну, вот, в первую очередь ваша проблематика, да, а не вашего сына. А уже своему сыну вы сможете, как бы, показать, как, к примеру, с вами можно, да, и как, к примеру, с вами нельзя. Вы своему сыну уже сможете показать ту, допустим, цену, которую он будет платить за свои действия, потому что сейчас он совершенно точно, совершенно определенно уверен в том, что ему есть куда возвращаться, он совершенно точно уверен, что вы будете его, как бы, ждать, ну, вы же и правда его ждете, правильно? Вы же и правда ждете, когда он вернется. Вот. О чем, собственно, вы пишете-то? Вот. Вы же об этом как раз и пишете, что мне как бы забить или ждать, да, плюнуть или ждать. Вот. Ну, так можно
всю жизнь прождать. Вот. И сыну навредить, и себе, в принципе, превратить жизнь в ап. Вот. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. Поэтому обращайтесь за помощью, с большим удовольствием мы вам поможем, да, если вы готовы меняться и, ну, брать ответственность на себя. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.